Тирасполь с визитом прибыл Клаус Нойкирх. Сегодня с главой миссии ОБСЕ встретился министр иностранных дел Приднестровья Виталий Игнатьев. У нас была сегодня возможность обсудить широкий круг вопросов, которые сейчас находятся на повестке дня рабочих групп. Также обсудили возможность встречи в формате 1+1. По мнению главы нашего МИДа, итогом общения с международными партнерами должны быть конкретные результаты. Есть застарелые проблемы, которые давно требуют решения. Общеизвестные темы – это решение вопроса по телекоммуникациям, это динамика по межбанковским вопросам и целый ряд других общеизвестных направлений. Поэтому я надеюсь, что с учетом завершения определенных политических процессов в соседнем государстве, мы увидим более системную ответственную позицию наших молдавских партнеров. И наш диалог, который велся достаточно интенсивно на протяжении последних лет, он выйдет на более такой эффективный уровень. Также Виталий Игнатьев заявил о готовности Приднестровья к встрече в формате 5+2 и передал главе миссии ОБСЕ обращение нашей стороны о скорейшем проведении заседания.